Издательство Бомбора. Океан книг. Шакти Гавейн. Захотел, представил, получил. Практический курс визуализации и желаний. Читает Елена Суворова. Предисловие. Впервые я прочитала книгу Творческая визуализация в 1978 году. Тогда я была студенткой колледжа с горящими глазами. Я отчетливо помню день, когда, прислонившись спиной к стволу высоченного дуба, вдруг почувствовала, что время остановилось. Я впитывала каждое слово убежденная, что благодаря какому-то космическому пересечению судеб Шакти Гавейн говорит прямо со мной. Мне не терпелось применить ее концепции и практики в учебе и жизни. И по мере того, как я это делала, передо мной открывался целый мир новых возможностей. В то время я чувствовала себя уставшей и несчастной и была обладательницей 25 лишних килограммов, которые таскала на себе с 13 лет. Я хотела быть стройной, здоровой, полной энергии и радости, но ничего из того, что я пробовала раньше, не помогало. Вот почему, чтобы измениться, я решила использовать техники творческой визуализации. Я начала бегать каждый день. И во время бега я представляла стройную, счастливую, энергичную версию себя. Я воображала, как буду чувствовать и вести себя в здоровом и подтянутом теле, и удивленные улыбки на лицах родителей, когда они встретят меня в аэропорту на летних каникулах. В течение четырех месяцев я сбросила 25 килограммов и почувствовала себя другим человеком полным энергией и вполне счастливым. Моя семья была в шоке, а я в восторге. И этот опыт навсегда изменил мои представления о том, что возможно, когда применяешь силу мыслей в своей жизни. Творческая визуализация стала моим путеводителем, моим основным источником вдохновения, аффирмаций и расширения возможностей. Она помогла мне воплотить мечты, о которых я даже не подозревала. После окончания колледжа я продолжила с большим успехом применять мудрость этой книги во всех сферах личной и профессиональной жизни. Я также делилась этими инструментами на тренингах, которые проводила в более чем 50 странах мира. Благодарность Шакти живет в моем сердце поскольку год за годом я наблюдаю мощное воздействие творческой визуализации на участников моих тренингов и моих частных клиентов любой национальности, гражданства, пола и возраста. Я и представить не могла, что через 40 лет после первого прочтения меня попросят написать предисловие к этому потрясающему юбилейному изданию творческой визуализации книги, которая открыла для меня совершенно новые миры столько десятилетий назад. Многие из моих друзей и коллег также благодарны творческой визуализации за судьбоносные осознания и прозрения. Как недавно признался мой дорогой друг и наставник Джек Кенфилд, один из создателей серии Куриный бульон для души, эта книга не похожа ни на что из прочитанного мною когда-либо раньше. Именно благодаря ей я начал использовать визуализацию в личной жизни и в преподавании. Моя помощница, настоящий миллениал, заявила, что это ее любимая книга. А мой деловой партнер недавно рассказал мне, что когда его мама скончалась в возрасте 92 лет, творческая визуализация стала его настольной книгой. В момент первой публикации творческая визуализация являлась новаторской, провокационной и выходящей за рамки обыденности книгой. Сегодня она считается одной из основополагающих работ движения за личностный рост, а ее концепции получили широкое признание в обществе. Спортсмены-олимпийцы руководители предприятий, студенты и пенсионеры используют упомянутые в ней техники для достижения своих целей, воплощения своих мечтаний и более плодотворной жизни. Эта книга стала предтечей многих размышлений о нашей способности творить, включая успешный фильм и книгу «Тайна», в создании которых я принимала участие. Наука подтверждает благотворное влияние визуализации, соглашаясь, что мысли способны материализовываться и влиять на нашу реальность. Исследования работы нейронов доказывают, что для нашего мозга практически не существует разницы между мощной визуализацией и реальным опытом. Слушая это прекрасное юбилейное издание, я была поражена тем, как сильно и в то же время как мало изменился мир с того судьбоносного дня, когда я сидела под дубом в кампусе моего колледжа. В оригинальном издании 1978 года упомянуты те вещи, о которых действительно мечтает большинство людей. Любовь, удовлетворение, удовольствие, хорошие отношения, любимая работа самовыражение, здоровье, красота, процветание, внутренняя гармония. Хотя в новом тысячелетии мир сильно изменился внешне, то, чего мы желаем больше всего, не изменилось совсем. И хотя люди могут использовать творческую визуализацию, чтобы сосредоточиться на внешних целях, новой машине, потрясающей работе, счастливом браке, я глубоко ценю взгляд, предложенный в этой аудиокниге наполненная стремлениями и приносящая удовлетворение внешняя жизнь, должна начинаться с гармоничной внутренней связи с душой, источником и самим собой. Шакти Гавейн учит, что счастье — это не просто получение материальных вещей, которых вы хотите, а создание жизни, полной смысла, духовного богатства и радости. От имени миллионов людей по всему миру чьи жизни вы затронули и преобразили, я благодарю вас, Шакти, за то, что вы подарили нам столь фундаментальное сокровище. Ваши слова помогли нам выстроить жизнь полную мира, радости и удовлетворенности. А вас, слушатели, я поздравляю с тем, что вы выбрали именно эту аудиокнигу. Пусть ее великая мудрость приведет вас к самой удивительной жизни, которую вы только можете себе представить. Переполненная радостью, счастьем и любовью к вам, Марси Шимов, автор бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс ⁇ Счастье без причины и куриный бульон для души ⁇ 101 история о женщинах.